А я тебе что, анекдот нахуй, про ДПС нахуй. Про мента. Пришел моложавый в ДПС, устроился нахуй так, это самое, блядь. Ну, и он там ходит, блядь, по СГАИ, блядь, этот молодой. А начальник смотрит на него, что-то не поймет, блядь. Он ходит, блядь, из угла в угол. И говорит, хочешь подзаработать? Он, да, я хочу. Ну, он, иди, блядь, бери, блядь, жезл, блядь, рацию, нахуй, дубинку, блядь, и иди, он, блядь. И вот останавливай только одни, блядь, фуры. А затем, машины, нахуй, не останавливай, лиховые. Он, ну, ладно, блядь, хуякс, блядь, он такой стоит, блядь, смотрит, фура едет, нахуй. Ну, раз он остановил, блядь, нахуй, хуякс, блядь, влазит, армян влазит такой, блядь. Ты что меня остановил? Ты что, я, блядь, вот еду нахуй туда-сюда, он, блядь, ходит вокруг этой фуры и что-то смотрит, что-то выявляет, что-то ищет, нахуй. Он такой хуяк, блядь, к нему подходит, блядь. Берет китель, оттягивает, блядь, и 500 рублей заложит, вот, на, собака. И, блядь, сел и уехал, нахуй. Так он заходит, блядь, в пост ГАИ, блядь, в этот. Ну, блядь, этот начальник говорит, ну что, все заебись, он говорит, все заебись, блядь. Только вот что, блин, тебе сначала продираться, все там ходил, остановил этого, блядь, армяна, нахуй, он такой, блядь, китель, нахуй, мне 500 рублей, на, собака. И сел, уехал. Он, дорогой, он берет у этого, ну, моложавого, китель оттягивает, молодой. Это я собака, и забирает у него 500 рублей. Это я собака, а ты щенок. Не, ну иди работай.